Ой, кто идет? Это я, Масленица. Да ну, пришел. Пришел. Широкая Масленица пришла и в Самару. На площади Куйбышева, кажется, собрался весь город. Самарцы провожают зиму весело, громко и ярко. С шутками-прибаутками и песнями-плясками. Сегодня я нахожусь на площади Куйбышева, где кушаю блины, пью чай, участвую в соревнованиях, смотрю концерты. Очень нравится. Вот покупаем, веселимся и радуемся. Вообще супер, Масленица классная. Мне очень нравится, что такое мероприятие более масштабное здесь. Круто. Все отлично, все хорошо организовано. Много народу, большие гуляния, много конкурсов. Детям нравится и нам тоже. Музыка, свежий воздух и хорошее настроение пробуждают аппетит. И, конечно, самарцы не остались без главного масленичного угощения – блинов. Очередь за блинами растянулась на несколько метров, но движется она очень быстро. К празднику испекли 2000 блинов и угощают ими совершенно бесплатно. Подкрепились можно и удаль молодецкую испытать. Гиревой аттракцион, перетягивание каната и подъем на столб. Изо всех сил пытаются парни добыть призы. Кто для себя, а кто на девушку впечатление произвести. Юные самарцы от взрослых не отстают. Соревнуются между собой в самых невероятных способностях и талантах. А в избе Деда Мороза в это самое время важные гости – сама весна. И ребята, и взрослые могут встретиться с ней. Но пройти к домику не так-то просто. Сначала нужно преодолеть множество препятствий, разгадать загадки Емели, перехитрить Бабу-Ягу и не заблудиться в лабиринте. И после всех испытаний – долгожданная встреча с весной. А в лесу подснежники расцвели! Расцвели! Ой, ты ясно, солнышко, посвети! Посвети! О! А вот и солнышко к нам пришло! Как провожают самарцы зиму, с высоты 23 метров наблюдает огромное маслёно. Конструкция поражает и своими грандиозными масштабами, и красотой. Вся площадь украшена в русском стиле, что задает особый характер народным гуляньям. Очень много людей сегодня на площади Куйбышева. Город постарался сделать так, чтобы здесь было очень интересно. Разные аттракционы, очень много сюрпризов для маленьких наших самарчан. Я тоже пришел сегодня с ребенком, со младшим. И он в восторге от того, что увидел сегодня на площади. Самарцы хорошо умеют отдыхать, хорошо праздновать и, соответственно, хорошо работать. Город заслуживает этого и таких праздников, и таких замечательных мероприятий. Мы видим, как это востребовано. На площади развернулась настоящая народная ярмарка. Более 100 мастеров Самары, а также Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода представляют мини-шедевры народного творчества. И тут же проводят мастер-классы для всех желающих. Широкая Масленица удалась на славу. Празднуют ее в Самаре не только здесь, на площади Куйбышева, но и в отдаленных районах Самары. И из Парка Дружбы наш корреспондент Алина Чемерис. Я ей передаю слово. В Парке Дружбы тоже весело и многолюдно здесь. Масленицу празднуют с самого утра. Вот он, главный символ – чучело Маслены. Здесь тоже очень много всего интересного. Давайте узнаем впечатления жителей. Как вам Масленица? Здравствуйте. Здравствуйте. Замечательный праздник. Очень много молодых людей, счастливых лиц. Организаторы постарались. Пока одни наслаждаются музыкой в исполнении артистов самарских, другие участвуют в боях шапошных и учатся на ходулях стоять. На Руси таким незамысловатым способом обучали навыкам держать равновесие. Воин, будучи потом где-то в бою, то есть на хлипких мостах, либо еще на чем-то, то мог спокойно стоять. В принципе, удобно. Только лед. Немножко лед. Поэтому скользко. В парке работает и масленичный базар. Вкусные лакомства, изделия ручной работы, праздничные товары на любой лад. За творениями Алины Деминой очередь выстраивается. Ложить в красный угол, либо перед входом около дома, чтобы вся энергия плохая копилась на ней, в этой куколке. И потом на следующий год сжигалась. Либо просто загадывать желание можно и сжигать. Все, кто в этот солнечный день умудрились замерзнуть, могли полакомиться блинами и сладким чаем. Самовар, как и в древние времена, здесь дровами топит. Должны быть здесь дрова, и должно все гореть.
Покажем, чтобы жар шел и вода нагревалась. Пожалуйста. Вот, закипел, можно использовать. На таких дровах и чай вкуснее, и вода слаще. Для всех желающих забавы народные и игры подвижные. Игра «Русская народная поцелуйная. Золотые ворота». Два хоровода, мужской и женский. Вот они, те самые ворота. Когда заканчивается кричалка, они закрываются, и те, кто попался, целуются в щечку. Самой зрелищной частью праздника стал конный турнир. В умении хорошо держаться в седле соревновались свыше десятка юных спортсменов. Когда все барьеры были взяты, гуляния продолжились. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События.